Благоприятный июнь. Знаки зодиака, которые смогут разбогатеть в первый месяц летнего периода. Уже не за горами летний период. Начало лета ознаменуется для нескольких зодиакальных знаков неожиданной прибылью. Астрологи заявляют, что июнь вознаградит многих заранее проявленное трудолюбие и старание. Финансовый гороскоп на июнь обусловлен ретроградной Венерой. Транзит будет не особо напряженным, но все же лучше следовать определенным рекомендациям. В первом месяце лета будет отличной идеей заняться теми делами, которые были начаты очень давно, но так и не закончены. Это может иметь отношение, например, к ремонту, финансовым бумагам, задолженностям. Можно разобрать свой гардероб и выбросить все то, что больше вам не требуется. Овен. В первом месяце лета овны не будут испытывать нужды в денежных средствах. Представители этого знака зодиака вправе рассчитывать на неожиданный сюрприз, который сможет исправить финансовое положение. В июне важно, чтобы эмоции не брали верх, в противном случае можно все потерять. Отличной идеей будет инвестировать средства. Есть большая вероятность того, что уже в конце месяца все вложенные средства принесут отличный доход. Не обойдется и без расходов. Но у овнов будет финансовая подушка безопасности, которая обеспечит комфортную жизнь. Рак. Раки будут иметь возможность получить неплохие деньги благодаря своей профессиональной деятельности. Неплохую прибыль может принести реализация новых проектов на работе. Звезды советуют в начале июня ракам проявлять все свои возможности. Это не останется незамеченным руководством, и уже в конце месяца их может ждать отличное вознаграждение. Особое внимание стоит уделять отчетности перед начальством. От того, как рака будут отчитывать, напрямую зависит их финансовое благополучие на весь летний период. Также немаловажно в июне воздержаться от необдуманных покупок. Если планируется дорогостоящая покупка, то ее лучше отложить на конец лета, так как это может привести к большой задолженности. Стрелец. В июне стрельцы могут существенно увеличить доходы, но если только будут проявлять старания. Звезды отблагодарят за тяжкий труд. Ближе к концу месяца стрельцы смогут заложить фундамент для новых проектов, которые в дальнейшем могут стать одним из основных источников дохода. Стрельцам, как и ракам, лучше воздержаться от необдуманных крупных покупок, особенно в начале июня. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака, попали ли вы в эту тройку знаков зодиака, которые смогут разбогатеть в первый месяц летнего периода. И помните, что этот гороскоп – это всего лишь предсказание звезд. Большая часть характера зависит от самого человека и воспитания. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!